Здравствуйте, это Олег Ястребов. Владельцы гигантских и крупных пород собак, возможно, не понаслышке знают о такой проблеме, как неравномерный рост питомца. Порой это может влечь за собой неприятные последствия, проблемы с веками, выпавшие слезные железы. Но сегодня мы поговорим об эверсии хряща третьего века. В норме у животного есть три века. Верхнее веко, нижнее веко и такая складочка в углу глаза – это третье веко. Третье веко имеет основание в виде Т-образного хряща. И вот эта ножка Т-образного хряща при очень неравномерном росте собаки может изгибаться. Как правило, она изгибается вот в подобную форму. И, как правило, у животного появляется не очень презентабельный косметический внешний вид, хронический конъюнктивит, воспаление слезной железы. И это состояние неплохо бы лечить. Предрасположены к такой болезни в основном гигантские крупные породы собак. Каникорса, мастифы, мастина, доги и прочие животные. Нет четких данных о том, что эта болезнь может быть генетически обусловлена, то есть этого никто не доказал. Однако некоторые источники предполагают возможную наследственную подоплеку у этого заболевания. Если раньше эта болезнь лечилась путем хирургической резекции ножки хряща, ну, то есть изогнутую ножку хряща в том месте, где она изогнута, просто иссекали, веко выравнивали и сшивали в правильное положение, то теперь это лечение стало несколько более, на мой взгляд, прогрессивным. И мы не иссекаем ненужную ткань, потому что когда собака дорастет до своего нормального размера, ткани все будут нужны. А мы выравниваем то, что искривилось, путем воздействия термокоагуляторного датчика. И, на мой взгляд, эта методика на сегодняшний день является наиболее успешной в лечении версии хряща третьего века. Сегодня я поделюсь с вами клиническим случаем. Пациент – это испанский мастиф в возрасте 8 месяцев, у которой случилась такая проблема на обоих глазах. Все будет нормально. Да ладно вам. Что это такое? А это что такое? Что это такое? Да. Кто? Привет. А это-то что? Скажи, Лизи. Вот звуки вы здесь издаете. Лизи. Да. Si antes de correr, olvidar y desaparecer, antes de hablar y herir, después caer y levantar a nos. ¿Por qué no caminas junto a mí, de la mano solo sin decir nada? Solo basta estar aquí, suficiente con mirar a nos. No es para mí vivir así. Sé muy bien que a veces puede más la costumbre que la soledad. A veces tanta terquedad intenta separar a nos. No es para mí vivir así. Tal vez es para ti que vas a decidir. Si hay 10,000 maneras de olvidar, de rescatar. Sin remedio, si lo dejas ir, y no hay por qué perderlo, dejemos de mentir, está acabando el tiempo, le
Союзница, какая девочка, да? Какая девочка. Да. Молодец. Гулять пойдешь? А вкусняшку будешь? Сейчас кушать. Ну, а можно я? Нет, пока не надо, иначе страшнее.